Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте джип Wrangler. Вот в таком состоянии машина была куплена. В таком состоянии машина приехала ко мне. Необходимо сделать кузов и раму. Кузов сделаю я, а раму отравняю в другом сервисе. Итак, разбираю кузов и снимаю его с рамы. Снятый кузов устанавливаю на стапель. Это самое большое повреждение на этой машине. Низ передней стойки. Сюда пришелся удар. Днище тоже повреждено. Думаю, при вытяжке днище должно выровняться. Ну что, начнем ремонт. Ну и первым делом вытягиваю низ передней стойки. Для измерения у меня есть размер этой машины, ссылка в описании. Вырежу этот кусок, легче будет тянуть. Итак, низ стойки вытянул, поврежденный металл удалил, теперь отравняю крепление рамы. Ну и мятые куски тоже. Равняю отрезанные куски и затем их привариваю обратно.
И стойки сделан. Теперь подшаманю передок. Разберчики гуд. Устанавливаю капот, телевизор и крылья. После сборки левое крыло немного торчит, правое уходит под капот. Убираю эту проблему. Теперь будет все норм. Владелец попросил установить вот эту штуковину для воздушного фильтра, но для этого надо переделать капот. Края залил оловом.
Работа с металлом закончена. Отдаю машину в покраску. Прошло недели две, и машина ко мне вернулась покрашенная. Я установил все, что снимал, и вот что получилось. Эта работа заняла 55 часов моего времени и 2 недели покраски. Машину отдаю владельцу, и ему останется только собрать. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!